По общему правилу, зарплата работников устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у нанимателя условиями оплаты труда. Но при начислении следует учитывать, что она не может быть меньше минимальной заработной платы, так как, согласно Трудового кодекса Беларуси, именно минималка является государственным стандартом в области оплаты труда за работу в нормальных условиях при выполнении установленной нормы труда. Выплата зарплаты должна производиться регулярно, в дни, определенные в коллективном договоре. По общему правилу, заработная плата работников подлежит обложению подоходным налогом. Ставка подоходного налога в Республике Беларусь установлена в размере 12%. Организации, которые выплачивают доходы физическим лицам, признаются налоговыми агентами. Налоговые агенты перед выплатой дохода физическим лицам в обязательном порядке должны исчислить подоходный налог, удержать и перечислить в бюджет. Перечисляются исчисленные суммы подоходного налога не позднее дня фактического получения наличных денежных средств в банках для выплаты физическим лицам или же не позднее дня зачисления денежных средств на личные счета плательщиков в банках. Исчисленные и удержанные у плательщиков суммы подоходного налога подлежат перечислению налоговым агентами в соответствующий местный бюджет по месту их постановки на учет в контролирующих органах. За 5 месяцев 2014 года субъектами хозяйствования Московского района перечислено в бюджет более 240 миллиардов рублей, что составляет более 38% от общего поступления всех налогов. Специалистами Московской налоговой на постоянной основе проводится разъяснение. Объяснительная работа по вопросу правильности удержания подоходного налога и своевременности его уплаты. Направляются разъяснительные письма в организации, которые не производят данную операцию вовремя. Еще раз напомним, что налоговые агенты за невыполнение возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с законодательством.